Привет. Эй, привет. Привет. Добро пожаловать в Тен Пенни Тауэр. Эдгар, дорогой, мистер Дэшвуд вечно шныряет с загадочным видом, когда на него не смотрят. Он что-то замышляет, это точно. Я и не замечал. Ты вообще слушаешь? Да, золотка. Эй, привет! Рад тебя видеть! Доброе утро! Эй! Эй, привет! Эдгар, мисс Монтенегро на редкость заносчива. Привет. У нее самомнение раздуто, как воздушный шарик. Ха. Необходимо представиться, полагаю. Я миссис Эдгар Веллингтон. Можешь обращаться ко мне, мадам, или миледи Веллингтон. Кто бы сомневался. Стоит настать концу света, и все тут же забывают о хороших манерах. Полагаю, тебя воспитали в одном из этих жутких... Или хуже того, какая-нибудь свора омерзительных гулей. Ты что-нибудь знаешь о гулях? Меня это не удивляет. Поговори с Густаво. Наверняка ему от тебя будет польза. О, боже! Этого не может быть! Но это его почерк! О, боже! Ему конец. Я его убью. И ее. Им обоим конец. Этого не может быть. Просто не может быть. Ты нарушил священную клятву. Ты о чем, дорогая? Все в порядке? Позволь тебе напомнить, пока смерть не разлучит нас.
Доброе утро. Я любила этого дурака, а теперь, когда его нет, я осталась совсем одна. Прекрасный денек, да? Как самочувствие? Радость моя, я живу в Тенпе не там. Тебя видеть. Даже не думай. Эй! Да? Приятно тебя видеть. Тебя, надеюсь, все хорошо. Ах, ну все. Тенпе не обещал мне безопасности, а бестолочь Густава ничего не может поделать с воришками. Это последняя капля. Я ухожу. Кишка тонка разобраться с этими гулями, а? Верить не могу. Густаво везде расставил своих громил. И все равно они пускают воров ко мне в магазин, чтобы те тут хозяйничали. Я думала, тут я в безопасности. Но теперь я уйду. Попытаюсь счастье в другом месте. Пора съесть что-нибудь вкусненькое. Привет. Сейчас не лучшее время. Возможно, побеседуем когда-нибудь попозже. Спасибо.
У тебя любопытный вид, я смотрю. Полагаю, ты хочешь рассказать мне что-нибудь интересное. Ну, если мои жильцы возжелают гулей в соседей, они их получат. Однако гули должны будут платить за жилье и следовать правилам, как и все. О, а ты весьма умный человек. Как я рад, что эта проблема наконец разрешена. Пусть это немного вульгарно, но вот тебе кое-что за труды. Привет!